чего за срань здесь происходит? Такая ссанина, господи! Не бомбит! Физика, чьи-то портки в воздухе. Баланс говно, вот как игра. Баланс просто нету. Погнали, что ли? Потрясающая игра. Просто потрясающе ломает весь комп к херам просто. Отправляет его на тот свет. Без компромиссов. Да закройся ты уже, кусок дерьма, блин. Дайсовского. В смысле, буду ли я играть в не The Battlefield? Я уже играю в не The Battlefield. Вроде как, если ты не заметил. Да чё? С игры все слетает к херам. Как поживаю, как кусок дерьма. Спать охота, башка болит. Да, на ультра. На чем еще играть? Этот неоптимизированный кусок не пойми чего. Я в меню насиделся на год вперед. А вот наигрался не наигрался. Чего за срань здесь происходит? Господи, сенс на этом утюге просто космический, вообще никуда не прицелишься, даже вплотную. Физика, чьи-то портки в воздухе. Обосрался антигравитационным дерьмом, парень. Это свой, не свой. Тут такие говёные обозначения своих противников, что ни хрена не видно. Обожаю снайперов в этом ссаном Battlefield. Которому вообще не надо целиться. Сделали бы самонаводящиеся вообще у них патроны. Зачем? Зачем двигать мышкой? Здорово, Аарон. Такая ссанина, господи. В контре сложнее из снайперской винтовки стрелять. Я серьезно. Я, мать вашу, серьезно. В контре реально сложнее из снайперской винтовки. Там баллистика более сложная, скажем так. Больше правил. Да блин, вот что? Идет этот Battlefield занес. Ну реально, я должен подойти вплотную. Я еще должен уворачиваться от пушки танка. Мало того, что я должен подойти вплотную, чтобы его подорвать, я еще должен уворачиваться от пушки танка. Но если я буду уворачиваться, я рано или поздно попаду под гусеницы. Класс! Классная игра, мать вашу! Лучший баланс в мире. Дайсы просто... Пускай себе такой танк, блин, в задницу запихнут. Да потому что это ссанина. Поэтому бомби. Ну кто придумал вот такими делать танки? Ну это серьезно, не серьезно. У тебя единственный способ уничтожить танк, подойти вплотную. Если ты подходишь вплотную, тебя давят. Баланс, баланс. Баланс на все 6 тысяч рублей, я бы сказал. 6-тысячный баланс. Поезд еще веселее. Против поезда еще веселее воевать. Ну ладно, здесь была хотя бы пушка. Окей. Как игруля.
Хватит спрашивать, как игруля, при том, что она стоит 6000. Какая разница, как игруля, если она стоит 6000? Вы как будто ее купите. Серьезно, чуваки, ну вы че? Ну в чем вопрос-то? В чем вопрос? Вы не будете же тратить 6000 на игру. Вы же не совсем уж поехавшие, правильно? Какая разница, как игра, если она стоит 6000? Постоянно, я главное весь в дыму. Вот как игруля. Вот как игруля, физика. Я скрылся в дыму. Меня, по мне все равно палят и попадают. Потрясающе. Вон. Снайпер работает. Опять работает снайпер, опять без шансов. Потому что целиться в этой игре снайперской винтовкой вообще ни хрена не надо. Как игрули, как игрули, как игрули. Я думал 2К. Булочка Никола, ты будешь покупать 5 карт за 2К? Зачем кому-то батла без премиума? Никто батлу без премиума не покупает, правильно? Окей, за 2К ты можешь купить Battlefield 1. С 5 картами, без DLC-шек, без всего. Но с премиумом это минимум 5000. Скажи, пожалуйста, тебе в 2016-м-то году нужна батла без премиума? Кому нужна батла без премиума? Никому не нужна батла без премиума, поэтому я не учитываю цену начального издания. Без DLC. Хватит предзаказывать куски дерьма, господа. Вы на Ubisoft не напредзаказывали всякого дерьмища в виде всяких дивизионов, неработающих, лагающих и прочего дерьма? Хватит всирать деньги в никуда. Мне донатьте, донатьте их мне! Предзаказ стрима, господа, предзаказ стрима! О боже! Не вам вид. Я не Ubisoft, я не подведу. Это дерьмище все равно подтормаживает, кто-то приехал на лошадке, я так понимаю. Она все равно тормозит, мать вашу. Это, видимо, из-за стрима, я не знаю. Дергано очень идет. Несмотря на 80 кадров. Они даже нормально не могут сделать работающую игру. Просто не то, что там она была интересна, они просто не могут никто сейчас нормально работающие игры сделать. Просто чтобы работало. Сколько стоит предзаказ стрима? Ну, я не Electronic Arts, я сделаю... Сейчас, господа. Напряженный момент! Видимо, я кого-то убил. А, божечки. Сколько стоит предзаказ стрима? Все, что есть, давай, чё мелочиться? Это чё мелочиться? Один раз живем, все деньги можно отдавать мне. Смайлами, как дела? Как обычно, полное дерьмище. Видишь, 2 миллиона? Нет. Еще в этой игре никто не играет за саппортов. Самое интересное. Next Gen! Парень. Потрясающе, мне нравится. У тебя просто через всю карту один раз попадает снайпер, у тебя потом экран полчаса красный, блин. Это все, что у меня было. Я предзаказал стрим. Черт, кто-то там додумался. Нашел, так сказать, лазейку в законе. Да фак, опять мочит через пол карты. Не бомбит! Делом займитесь, идиоты. Насоздают каналов, потом спамят. Меня никто не смотрит. Такое ощущение, только для этого и создают, чтобы ныть о том, что их никто не смотрит. А я создал канал, чтобы ныть про отсутствие баланса в Battlefield 1. Все. У меня все четко. Бронемашина срет минами. Может быть, если прокачать, но я что-то не замечал такого. Только резнулся, уже меня кто-то мочит.
Уже сзади кто-то мочит. Отличные респы еще, кстати говоря. Надо просто перед стволом противника резать. Как игра? Хватит спрашивать, как игра, которая стоит 6 тысяч. Какая разница, как игра, которая стоит 6 тысяч, чуваки? Какая разница? Баланс говно, вот как игра. Баланс просто нету. Забыли прикрутить. Баланс. Забыли прикрутить. Бывает. Угу. Дюшман таргетирует. Иди сюда. Я противотанковый боец 3000. Видите, когда здесь надо уничтожать танки? Ты должен бежать за ними через всю карту, пока тебя не найдет другой танк. Ну и где тут динамит на 15 метров кидается? Где? Не кидается он на 15 метров, на 3 метра максимум. То если повезет. Противотанковым ружьем. А где я... Это во-первых, противотанковым ружьем ни один танк не уничтожишь, даже если полный боезапас не выпустишь. Танки должны уничтожаться другими танками. С чего вдруг, если в батле 4 это было не так? И что ты будешь делать, если у тебя танки там куда-то уехали? Вот что ты будешь делать? Ну, ты выбегаешь, на тебя идет танк. Что ты будешь делать? Телепортнешь рядом с собой еще один танк и будешь с его помощью уничтожать этот танк противника? Нет. Что ты будешь делать? Ничего. Умрешь. У тебя шансов не будет ни одного. Даже если ты инженер. Потому что инженер должен подкатить вплотную к танку. Что, сервак тю-тю? Начинается. Опять что ли? Второй день сейчас будет веселье. Не лагает, чувак. Ну вот парень молодец, додумался забраться на мою танкетку. Все, допрыгались? Опять глюкануло. Потрясающе. Экскурсионная поездочка. Оружие глюкануло. Теперь у меня его якобы нету. Доездились. Здорово, Венс. Да, надкод еще кривой к херам. Нормально. Батла скатилась. Я это еще до выхода, блин, беты говорил, что батла скатилась.